Утро, Карачаево-Черкесия, приветствует вас. Если сегодня утром небо румяное, то это к ветру или дождю. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. 10 профессиональных команд лучших пожарных и спасателей СКФО состязаются в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие проходит в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесском. Действия максимально приближены к реальным. Участникам предстоит провести работы по ликвидации условного возгорания, деблокировке пострадавших, а также оказанию первой помощи. Каждая команда состоит из 4 пожарных спасателей. В ходе соревнований в военно-патриотическом парке «Патриот» можно будет посмотреть выставочную экспозицию современных и ретро-образцов пожарно-спасательной техники. Первая персональная выставка молодого художника Муссеми Жива открылась в художественной школе Уджигуты. В какой технике и какие картины он пишет, что его вдохновляет, на экспозиции побывала Алла Качиева. Через эмоции и энергию молодой художник Муссеми Жива передает зрителю свои мысли, чувства, настроение, психологическое состояние и идеи. Его работа – это целое художественное произведение. В последнее время может вдохновить абсолютно все. Раньше не очень так нравилось писать пейзажи. Сейчас почему-то делаю опору на пейзажи. Больше всего нравилось, конечно же, такие, можно сказать, вымышленные персонажи, фантастические персонажи, да. Портреты животных очень любил писать. Наверное, по выставке понятно, что все еще. Рисовать Муса любил с раннего детства. Уже в начальных классах начал ходить в Уджигутинскую детскую художественную школу. Затем окончил КЧГУ имени Умара Алиева. В прошлом году молодой художник решил вернуться в родной альма-матер, где начиналось его профессиональное творчество. В настоящее время Муссеми Жива преподает в детской художественной школе Уджигуты. И на открытии персональной выставки собрались представители районной администрации, родные, близкие, ценители творчества, его ученики и учителя, теперь уже коллеги. Муссеми Жива я знаю еще со школы, когда он ходил к нам в художественную школу, я преподавала ему, он был нашим учеником, вот, и он вернулся к нам в школу работать, мы его пригласили. Прекрасный преподаватель, дети его обожают, они его даже встречают на пороге. Каждый урок, когда он приходит. Вот. Ну, работы прекрасные. В своем творчестве Муссеми Жива пробует разные виды изобразительного и прикладного искусства. Предпочтение отдает масляной живописи. Именно эмоции и энергия, которые удается передать автору, работают на художественный образ, придают картине смысл, отмечают собравшиеся. Эта работа мне нравится, потому что она очень яркая, и я сама тоже яркими красками рисую, и вот поэтому мне эта картина нравится. А вторая мне нравится, потому что я увлекаюсь животноводством, и мне нравятся именно лошади из животных. И я еще катаюсь на лошадях. Очень часто катаюсь, и вот мне именно вот этого цвета нравятся лошади. Талант Муссеми Жива оценен по достоинству. В этом году он принят в Творческий союз художников России. Молодой художник планирует все свои знания и навыки передать молодому поколению. И востребован сегодня здесь, в детской художественной школе Уджигуты, которую посещают около 500 одаренных детей, выпускники которой достигли самых больших высот в творческой деятельности. Алла Качиева, Лев Астанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигута. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на карачаевском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 1 плюс 4, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 19. Высокая пожароопасность. Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 25-27 градусов тепла и высокая пожароопасность.